Установка детского автокресла Happy Baby Taurus V2. Установка с рождения. Изначально вытаскиваем специальную подставку для более лежачего положения. Делаем максимальный наклон. Устанавливаем кресло против хода движения вот таким образом. Вытягиваем штатный ремешок, складываем его вдвойне, продеваем под базой автокресла. Пристегиваем. Нижний ремень фиксируется в специальные синенькие пазы с одной стороны и с другой стороны. Верхний ремень изначально фиксируется в одну точку опоры, специальный крючок. В дальнейшем у нас появляется вот такого плана фиксатор. Здесь написано установка по ходу движения, установка против хода движения. Ставим его на установку против хода движения. Подтягиваем автокресло и фиксируем третью точку опоры.